Здорово, ребятушки, с вами Анатолий, по рогопечами и дымоходами из интернет-магазина Жарпарком. Ну что, продолжим серию роликов всеми любимую о том, как устроен печной бизнес сегодня в Самаре. Вот тут всем известно бело-зеленое здание, пойдем туда. Может быть, там можно прибарахлиться печами, дымоходами, консультантов поищем, пусть проконсультируют. И заходите в отдел с печами и каминами. Но тут как-то совсем не густо. Здесь уже более интересно и даже хорошо. Но не густо, ну совсем не густо. Сказать не густо, это вообще не густо. Вы спрашиваете, где густо, где печь взять, где дымоход взять, где консультант по печам и дымоходам. Пойдемте со мной. Что делать, выходим из бело-зеленого здания, направо, смотрим, опа, бани, бочки, сабантуй. И еще раз перекручиваемся в сторону лево и видим магазин «Дары леса». Это печной магазин. Там видите слово «печи». Не видите, но я вам покажу. И заходим в него. «Дары леса». На самом деле это не «Дары леса», а ИП «Степанюк АГ». Время работы указано. Зайдемте же, посмотрим. Но уже отсюда видно атмосфера, что может быть лучше. Так, вот такой вот магазин. Да, он поменьше, чем бело-зеленый магазин, но тут что-то больше печным духом и дымоходным намолено. Откуда начнем, справа или слева? Ладно, пойдем налево, как обычно. Так, что здесь видим? Везувий. И камины, и печи, еще и ферум видим. О как! Батюшки, серия ПС. Ферингер. Так, а по эту руку стоят тандыры для тех, кто любит вкусно харчеваться. Ковшики есть очень хорошие, а есть и не очень. Вот очень хороший. Черпак Викинг. Познав совершенство, соглашаться на компромисс грешновато. Медный ковшик. Тоже норм. А это... Ну, жалкая подделка на руста, который идет в баню. Видите, даже стали заливать силиконом, чтобы это не отвалилось. Но это грешновато, но это единственный грешок, который я обнаружил в этом магазине. Остальное все вообще по топчику. И сейчас я вам все покажу. Значит, специальные штуки для вкусно жрать. Хорошие, отличные светильники. Посмотрите, сколько разной бандарки. Очень много. Все, что относится к вентиляционным заглушкам и еще всякие хорошие вещи, это 212 градусов. Отличнейший производитель, я у него был, все высмотрел, и термометры, и гигрометры, и банные станции. Главное, есть даже испарители. И есть малый и большой испаритель. Шикарнейшие вещи, по-моему, от Стальмастера, если я не ошибаюсь. Есть даже маленький самовар. Идем далее. Эко, камин, Везувий, О, красивая Сибирь, абсолютно роскошная. Базальт, куда же без базальта? Это никакую баню не поставишь. И вот такой вот маленький уголок, видать, тут есть монтажники в магазине, которые можно обратиться по услугам монтажа. Здесь как бы и полок показан, и всяческая бандарочка стоит. Здесь стоит также, посмотрим, панно можжевеловое модное, соляные всякие штуки приятные, абажуры соляные. Короче, все то, что по топчику, все здесь есть. Есть даже трава, которую я не знаю. Тысячел, черт его знает, но выглядит красиво. Ромашка, полынь. Двери трехпетельные, прошу заметить, хорошие, липовые двери. Не знаю, но трехпетельные шикарные. Мастер флеши. Здесь ряд чугунины. Ну и вешалок. Стокер. Сибирь. Пойдем дальше. Пойдем дальше. Блин, абажур-то какой красивый. Так. Подголовников. Овер дофига. Посмотрите, какие... Красивые двери. Дорвуд, как пить дать. Проверим. Дорвуд. Зашибись. А мастер флеши здесь непростые. Российский, отечественный, Стальмастер. И не только Стальмастер, но и ЛК.
То есть на любой выбор, на любой вкус. Дровница. Печь Везувия. Посмотрим, что идет вот по этому ряду. Еще печное литье. Баки. Такие тульские. Не знаю, кто производитель, но тульские написано. Везувий? Да. Подсказывает продавец, вон он. Я даже не знал, что Везувий в Туле баки делает. Вот, все рассекретил. Так. Теплодаровские котлы отличные. Купера. Каталог Алдовый ТМФа. Этно. Каталоги, короче, тут. Нептун. Гофрированный из нержавеющей стали. Ну, все есть. Ох, сколько тут горелок газовых. И теплодаровские, и даже не знаю, кто это такие. Теплодаровские просто вижу по вот этой штуке. Еще сервис газ, автоматика. ППС! О! Влажный пар не пройдет. Паровые пушки сабантуя. Смотрим далее. ТМФ. Это, по-моему, Ермак. Ага. Еще Ермак. Вот такие вот. Тут даже саморезы есть. Коптильни всяческие. Так, 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 так. Что здесь? Теплодар. Отличная печь Метеор. С подключением вентилятора для быстрого разгона на даче. Ну, естественно, бахта. Бахта. Шик. Блеск. Одна из моих любимых печей Нелжа. Офигительная. Печь отопительная из нержавеечки. Прям люблю ее. Ферингер малютка. ПС. Кочерёжки. Так. Что тут Ермак? Бак навесной. 40 литров инокс. Нирж. Никелевая сталь. Норм. Комфорт. Эклипс. Еще баки. В общем, баков и электрических штук тут много. Еще один вход. Но мы туда не пойдем. Нам еще рано, потому что тут еще не все осмотрели. Здесь деревяхи. Биофа. А, походу, это не деревяхи, а биофы. Здесь продают всяческие краски. Вот. А вот это уже пошло деревяхи. Вагонки различные. Даже со скидками есть чего-то. Штиль. Полок кедр алтайский. Полок липа. Полок абаши. Блин. Тут можно прописаться. Террасная доска, еще террасная доска. И всего достаточно много. Форточки разные совершенно. И еще биофа. И еще биофа. О, как. И еще дерево. Прям дофига дерева. Так. Ферум. Это хорошо. Щепа. Яблоня. Этих камней я не знаю. Они ноунейм. Ну и время пришло посмотреть вот это вот место. Что же тут стоит? А здесь стоит Везувий. Везувий, Везувий. Очень много разного Везувия. И баки. Везувий. Комфорт. Это, по-моему, Ферума баки. Еще посмотрим, что здесь есть. И еще Везувий. Овер дофига печей Везувий. Вот что я вам скажу. А так, дымоходы Ферум. По Сибири глобальный стенд посмотреть можно. Опять же, разное дерево. Древоплит. Что за штука такая? Что там внутри? А, древоплит, это, видать, те, кто бани делает. О, как прикольно сделано. Я такое только у Марата видел. Ну и то не такое. Чуть попроще, я бы сказал бы. А здесь прямо потяжелее. Очень красиво сделано. Блин, древоплит крутые, парни. Респектую. Так. Что есть еще? Во, вступай в клуб монтажников профессиональных. Если бы я не был рукожоп, я бы вступил бы. Мне бы автомобиль бы дали возможность выиграть. Так. Идем далее. Здесь различные дымоходы Ферума. Но тут я вижу Кристину, электрическую печь. Камни. Вот правильно сделано, все разложено. Можно пощупать, выбрать там мелкий покол, крупный покол. Чугунные шары.
универсальный крепеж, всякие трубочисты, герметики, соль, всякие в углу тайные вещи лежат. Ну еще Везувий и атмосфера. Такая атмосфера сякая. И дымохода. Ну что, в общем-то, сравнили, как говорится, одно с другим. Вот поэтому, если вы приехали в город и не знаете, где купить, вот хорошее место, приятное, есть все. И даже чуть больше, чем надо. Красота! А, ссылка снизу.